Это 90-е. Так, 90-е, а сейчас? А в 2000-м Париж полностью изменился. Так. Туда приехали из провинции, во всех окружающих городов, огромное количество арабов. И стали бить всех белых в клубах, на улице, везде. Понимаешь как? И все девушки... А, и Париж стал бедный, у них погас свет, иллюминация исчезла. А Москва с 2000-го стала гореть, Москва стала Парижем, а Париж стал черной дырой, понимаешь как? И все девушки говорят, мы уезжаем в Москву, все. То есть сейчас девушки из сейчас Парижа... Все русские, все из Парижа, из Лондона, все мечтают о Москве. Вернее, 2000-е годы. 2000 по 2008. Вот эти 8 лет Москва был сказочный город. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».